Друзья, привет всем, меня зовут Кинетик, это Blade of Darkness и Дубль 2. Дубль 2, потому что тут произошел такой казус, я уже где-то половину ролика записал и столкнулся с такой проблемой, то что не мог выбросить лук, который подберу, чтобы нажать вот на эту самую кнопочку. Мне все-таки придется это сделать, потому что, видимо, без этого никак. Я пробовал кидать оружие, я не достаю. Надо еще, кстати, вот эту дамочку взять. Ну-ка. Нет, не достаю. То есть, хочется мне или нет, но я должен поднять лук. Но проблема в том, то, что лук нельзя выкинуть. И еще хочу сказать то, что я изучил новый удар. Где у меня тут алебарда? То есть, мне придется выкинуть копье. Хочу сразу заметить. Вот нам, кажется, сюда. Тут сейчас черти окаянные проснутся. Да. Давайте, пацаны, наваливайте. Что мы делаем? Погоди. О! Блин, если бы они мне его еще дали выкинуть. То есть она наваливает только так. С этим ударом. Там следующая партия пошла. Я должен поднять лук, чтобы нажать на эту кнопочку. Но я не могу его выкинуть. Почему второй дубль? Потому что я свернул игру. Хотел посмотреть, как... Она просто ваншотит этим ударом. Погоди. Вот так вот просто. Тихо, красавец, тихо, погоди. Щит ему раздолбали. То есть, если раньше я юзал вот этот... Погоди. Да, неважно, какой идет. Ну, вы поняли. То есть, удар и одновременно влево-вправо. Вот этот вот. То есть, сейчас я на постоянке. Ага, сейчас, конечно. Будем юзать вот этот. Так вот, надо поднять лук, нажать на кнопочку, поднять, взять следующую руну. Но... Придется что-то выкинуть. Сначала придется выкинуть копье, а вот что выкидывать потом, я не знаю, потому что... А другим оружием она это не делает. Я... Хотя нет, погоди. Или... Надо его бросить так, чтобы я запомнил, где оно будет. Я понимаю, что мы сюда все равно никогда не вернемся, но тем не менее... Если уж бросать, то где-нибудь в запоминающемся месте... Пускай это будет вот здесь. Вот так вот мы его оставим, да? На могиле. И побежим за луком. Так, лук я взял. Все, причем, знаете, по-моему, я лук все-таки выкидывал. То ли мне приглючилось, но... Нет, этот предмет нельзя швырнуть. Ну, давай. В интернетах пишут то, что лук пригодится неоднократно для нажатия всяких кнопок, рычагов и прочего-прочего. То есть без лука игру пройти невозможно. Я не знаю, насколько это правда, но если бы инвентарь еще не был здесь так сильно забит. Так, теперь погоди, зелье полного здоровья давай. Ваше здоровье, как говорится. И поднимай фигурку. Отлично. Теперь обратно алебарду. Так. Здесь, по-моему, сюда. По-любому сюда, тут просто иного пути нет. Свет! Попроси и получишь. Беги, 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 беги. Я просто уже знаю, куда бежать. Я все это уже проходил. Текс. Сейчас он в эту сторону. А мы вот в это, и он исчез. А, нет. Ага, вон-то куда. Ясно все с тобой. Третья руна или книжка, не знаю, называйте как хотите. О том, как Ашура Мазда, машина что ли, у которого было тяжело на сердце от грехов своих сыновей, богов, удалился в далекие глубины вселенной, и с тех пор его никто не видели, не видели Авеста, и мудрецы говорят, что он вернется только как со света.
То есть было некое существо, у которого появились дети, боги, и ему что-то стало стыдно от их грехов. Чё я сейчас прочитал? Чё мы сейчас прочитали? Куда выход-то здесь вообще? Ага. Я надеюсь, тут нету секрета в секрете. То есть, эх, копьишка, я буду по тебе скучать. А дальше придется скучать еще по какому-нибудь оружию, по какому именно, я пока что не решил. Потому что там что-то надо будет подобрать. Так, сейчас у нас новая партия скелетов. Да, потому что тут я не проходил. Но зато спидран. Ну-ка, давай посмотрим, как мы тебя одолеем. Беги ко мне. Все. 1000 ваншот. Минус голова. Успел? Успел. Еще не успел. Так, следующий тысячник. Ни хрена у вас там сколько? Готов один. Назад, 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 назад. Тихо, 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 тихо. Отлично. Вроде бы все. Удар сносит там что-то чуть ли не по 2000, по-моему, 2000. Тихо, тихо, тихо. Ай, промазали, бывает. Погоди, 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 ты его просто так делаешь? Ага, понятно, все. Я-то два раза атаку нажимал, оказывается, можно один раз атаку и два. В общем, атака два раза влево. Вот как он делается. Причем он здесь-то сказан, вот он, алебарда удар с разворота. Но вот морской смеш мне не особо получается. Он делается, но без каких-либо эффектов. То ли он реально такой скучный. Нагината удар убийцы делали, действует. Так, вот копье разрез молнии. Что-то как-то не зашло. Так у меня не получилось его сделать. Ладно, дальше пошли. Сейчас опять, по-моему, кто-то появится. Ага. Ага. Кто-нибудь снимите урода с пианино, он там, походу, умер. Чё я на них отрачу, а? Ты посмотри, у них 250 здоровья. Там дальше бичи. По 15 здоровья будут. Ой. Извиняй. Назад, назад, назад. Убьют же. Хотя не, не убьют, но покоцать-то я не хочу. Новый уровень. Что-то как-то рановато, по-моему. Мне, когда я там проходил, только за босса дали. Довольно-таки смешно, если здесь будет босс. Так, и теперь вот сюда. Амулет поставить надо. Ну. Как бы вам показали то, что там двери открылись. А, ничего нет. Погоди, а надо ли туда вообще? Да, надо. Я еще здесь первый раз поутал, бродил, думал, куда идти? Вот это вот сюда, оказывается. Так, там впереди скелет, но не все так просто. Это еще один. Увидел, 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 увидел. Тихо. Давай просто добьем. Мне кажется, да сдохнет уже. Это не то место, где удары с разворота делать надо. Пацанчик. С первого удара снял щит, со второго его самого. Замечательный удар. Ну посмотри, ну красота. Если бы он еще и жизни выкачивал, вообще было бы замечательно. Тут два рычага. Дергаем один.
Собственно, ничего не происходит, да? Дергаем второй, тоже ничего не происходит. Ох, сколько я здесь сидел, наверное, минут 10 и думал, что же как вообще и быть, потому что ты их дергаешь и ничего не происходит. Ну просто вообще ничего не происходит. Я их дергал несколько раз по очереди. Я столько раз рычаги дергал. Ну, в смысле эти, они какие-то там. Ладно. В общем, оказывается, надо вернуться вот сюда. И здесь откроются вот эти двери. То есть одна с одной стороны, другая с другой стороны. И нам надо с вами вот сюда. В итоге мы сократили с вами 10 минут, даже 15 эфирного времени. Так, здесь доспехи, которые я взять не могу. Эти доспехи вооружения не для меня. Это вроде бы как для гномов. Но мы не за гнома играем. Вот, кстати, тоже хороший вопрос. Можно ли менять броню? Взять вот какое-то более улучшенное вооружение, что ли? Чего, доспехи рыцарей, что ли? Ну да, это вроде бы как для рыцаря. Еще есть меч и щит, а там топор. Но я ни то брать не буду. Так, здесь бежим. Там вон чего. Там внизу шипы. И вот так вот кнопочка, можно это все обратно вернуть. Шпаник. Сейчас она снова откроется. Такс. Тут ворота закрыты, надо в обход. В обход очень просто. Для дураков здесь есть огонек, который покажет нам, куда идти. В Кваку, где темно, как в жопе демона. Здравствуйте. 15 хп. ХП это 15. Но сносят они. По сотке с чем-то. Сейчас тут еще появится. Должны же. Оба сзади, что ли? Вы что-то опоздали. Вроде успел. Так, и нам куда-то вот сюда. Да. Во. Блин, если бы я не... Вот, просто игра зависла, так бы сейчас мы уже дальше шли, и пришлось бы это второй раз перепроходить. Босс. Знакомьтесь, существо, фантастическая четверка, ранняя версия. Очень-очень ранняя версия. Дядя, кстати, довольно-таки серьезный, он камни кидает. А еще он смешно поворачивается. Тихо. Понятно. Не надо мне обнимашек. Ты слишком холодный для меня. Но 2000 этот удар за ним забирает сходу. В минуса. Отдыхай. Чпонь. Я меч, призванный служить и пронзать все на свете. Я тот, кто сопротивляется смерти среди ходячих мертвецов. I am he who revisits death upon the living dead. Ну и, собственно, закономерный вопрос, брать его или не брать, да? Погоди, а тут у нас что? Откуда голем-то вышел? То есть он просто тупо тут стоял и ждал, пока кто-нибудь придет. Кого-то хотел... Хоть с кем-нибудь обнимашки устроить, да? Смотрите, у него рожа такая грустная. Вот, и здесь я хотел выбросить лук, но лук-то не выбрасывается, в чем проблема? Блин, на Гинату, что ли, кинуть? Она мне нравится. Какой у тебя... Ну да, вот это у нее удар убийцы.
Ногина, туда удар убийцы. Три зубец, морской смеш. Атака в атака, вправо вниз, влево вниз. Три зубец. Это вот типа это он и есть. Ну как-то непонятно. Нет, не знаю. Так, в любом случае, Накината. Трезубец. Резистанс 4. Непонятно что. Эх, Нагината, ладно, прощай, хоть ты мне не нравишься. А погоди, может, тебя позже будет чем-нибудь? Копье с крестом, острый топор, дробилка, бог, гарпун, тяжелый Нагината. Ладно, меняю, короче, Нагината. Блин, ну почему максимум 4 оружия можно держать? Хоп, положили, да? Ага, то есть я должен был его взять. Следующая карта. Враг опередил тебя в очередной раз и захватил это место. Хотя склепы короля и королевы еще не были осквернены, и в них хранится грозное оружие, которое может тебе сильно помочь. Это не то, которое мы только что взяли. Другие падшие создания присоединились к оркам и троллям. Несомненно, это продукты некромантии. Может быть, за всем этим разрушением стоит маг или колдун? Указание на башню и остров на карте, несомненно, явный ключ к происхождению врага. А все начиналось с приключений. С ограбления старого города. Так, как тебе продвигать-то? Ой. Остров Карум у нас с вами, да? То есть склепы прошли, шахты прошли, остров Карум. Ну давай, без выходной ситуации. Прикольные заставочки. Так, а почему ты мне должен был взять этот меч? Без него никак, что ли? У меня крутого щита нету для меча. Или есть? Я вроде брал королевский щит. В горах Задраса лежит озеро Карум. А посередине острова находится остров. В древние времена на острове была построена башня, осуществляющая охрану прохода между горами, определяющими древнее королевство от северных земель пустынь, отделяющих. Многие века башня острова Карум была бастионом рыцарей в негостеприимных и опасных землях Загры. В конце концов, все было потеряно. Рыцари покинули крепость, торговый путь был закрыт, и память о ней постепенно испарилась из умов людей. На этой карте, хотя и запачканной орками, явно виден путь между гор, ведущий к озеру. Ладно, я тебя понял, мы взяли, офигеть, какой крутой меч. Давай возьмем еще королевский щит. Тихо, 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 куда ты? Блин. Ладно, рестарт. Зараза. Мне заставку не будет заново показывать, да? Будут. Ага, во, все можно пропустить. Так, значит, давай доставай щит. Зелье здоровья 1000. Короче, у этого меча, я так понимаю... Какой у тебя повар вообще? 85, меч королевы. Алебарду доставай. Так. Я думал, ты меч эльфа возьмешь. Нет. Че бы вы ни говорили, а графика все равно круче, чем в современных играх. Так, давай тогда засейвимся. Блин, и в принципе сейчас как бы уже надо новую серию начинать. Ну потому что новые карты, новые серии, все дела. Вот. Да, давай это мы тогда закончим. Пускай будет две серии в один день. Эту серию закончим, то есть как бы мы допрошли склепы и новые карты. Ты что у нас такое-то вообще? Сейчас пойдет. Остров Карум. Окей. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, если нравится игра. И не забывайте комментировать. Я наверняка здесь что-то упустил. А вы мне в этом подскажете. И укажете, и подскажете, что я тут, как я должен не пропустить. Короче, пишите комментарии, с вами был Кинетик и Blade of Darkness. Пока.